Хорошо. Это очередная попытка провести утреннее слово посвящения. Я надеюсь, звук работает. Это моя последняя попытка совершить это. Это история из Луки 6 главы о человеке с сухой рукой. Стих 6. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления, их сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. Итак, этот человек с сухой рукой находится в комнате синагоги в Капернауме, располагающейся в северной части Галилейского моря. Как я представляю историю, этот человек на самом деле не желал выходить на средину, но Христос призвал его выступить, бросив вызов мыслям фарисеев, потому что он знал, что у них было на сердце. Если бы Иисус боялся людей, боялся этих авторитетных лиц, тогда у него не было бы этой конфронтации. Но иногда, когда мы знаем, что существует проблема глубоко внутри, не только на поверхности, но глубоко внутри в сердце людей, Бог способен вывести это на поверхность. Он может бросить нам вызов. Он вмешивается, бросая вызов. Мы в нашем отношении говорим, «Нет, Господи, отступи», не бросая вызов. Однако именно в этом я нуждаюсь. Я нуждаюсь в Нем, чтобы Он поговорил с моим сердцем и бросил мне вызов. Есть области в жизни каждого из нас, которые нуждаются в вызовах Христа. Он должен пройти выше слоев и проникнуть туда, где я живу, и поговорить со мной. В этом случае фарисеи не хотели, чтобы Иисус исцелял в субботу. Думаю, что это неправильно. На самом деле, в законе Моисеевом нигде не говорится, что это неправильно. Но мы создаем эти законы, мы выдумываем. У нас есть свой образ мышления. Ценность Бога в нашей жизни состоит в том, что Он способен проникнуть туда, где мы находимся, и поговорить с нами, бросив нам вызов. Мы видим здесь два момента. Человек с сухой рукой, возможно, не хотел бы проходить через все это, но Бог желает вывести его на середину. Людей, которые не желают этого по другой причине, Он также желает вывести и сделать нечто, чтобы бросить вызов обоим группам. Он сказал человеку с сухой рукой, «Протяни свою руку». Сначала он сказал, «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил, возможно, был напуган. Тогда сказал им Иисус, «Прошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни свою руку». Протяни свою руку. Вы и я должны осознавать, что есть нечто неправильное в нас. У нас у всех есть сухая рука. Он просит выступить нас на середину. Теперь дело за нашим решением. Если мы протягиваем руку, мы исцеляемся. Это наше решение протянуть руку в послушание Богу. В послушание Его Слову мы протягиваем руку. Что, если во многих областях жизни я буду способен протягивать мою руку? Что, если во многих областях моей жизни я буду способен слушать и послушаться Ему? Сколько исцелений совершится?
сколько внутреннего исцеления совершится. Насколько вы станете больше ваших критиканов, больше обстоятельств, больше среды обитания. Каждый раз, когда вы протягиваете вашу сухую руку, вы признаете Бога. Когда мы признаем Бога, мы становимся больше наших страхов, больше нашего стресса, наших беспокойств, наших проблем. Мы находим Христа. Вот где весьма успешным людям необходимо протягивать свои сухие руки и обнаруживать Христа. Многие люди выглядят хорошо во всех отношениях, однако у них есть сухая рука. Им необходимо найти Христа. Если мы находим Его, тогда у нас будет служение другим. Если мы знаем Бога, знаем Библию, у нас есть познание Библии, познание теологии, познание жизни, мы можем выглядеть безукоризненно, но под одеждой внутри у нас есть сухая рука. И только Иисус Христос является ответом для людей. Затем появляется служение. Затем появляется служение Христа. Затем является жизнь. Есть жизнь. У меня есть книга коротких статей Стэнли Джонсона. Вот что он сказал. Одна женщина была автором нескольких удивительных книг. До 60 лет она не совершила ничего. Она вышла из ее духовной пустоты в духовную полноту с помощью истории человека с сухой рукой. Иисус попросил человека совершить невозможное. Он попросил его поднять руку, которую он не мог поднять, сухую руку. Однако этот человек с помощью колеблющейся веры и восприятия воссоединился с силой Христа, показывая свою готовность. Он показал свою готовность. Христос предоставил силу. Эта женщина сделала то же самое. Принимая веру, она преподнесла свою иссушенную жизнь Христу. Аминь. Благослови вас Бог.